Управление труда и социальной защиты населения по Кашхабльскому району доводит до сведения заинтересованных лиц, что в соответствии с законом Республики Адыгея от 29 апреля 2016 года номер 533 о внесении изменений в закон Республики Адыгея о ежемесячном пособии на ребенка граждан, имеющих детей, обязаны один раз в год обновлять в органах социальной защиты населения сведения о доходах, подтверждающих право на получение пособия на ребенка. В случае непредоставления указанных сведений выплата ежемесячного пособия на ребенка приостанавливается на 3 месяца, а затем прекращается. Закон вступает в силу с 14 мая 2016 года. С 1 июня 2016 года выплата ежемесячных детских пособий будет приостановлена гражданам, которые не обращались в УТСЗН по Кашхабльскому району для подтверждения права на получение детского пособия после 1 июля 2015 года. Для возобновления выплаты заявитель должен обратиться с заявлением о назначении пособия с приложением всех необходимых документов, подтверждающих размер дохода семьи. За справками обращаться по телефону 88370918 01 или по адресу АО Кашхабль, улица Гагарина, 74Б.